В Елабужском институте Казанского федерального университета прошла встреча студентов разных лет. Единый день выпускника – это прекрасный повод встретиться с друзьями своей юности. Кто-то приезжает сюда ежегодно, а кто-то предпочитает встречаться только в юбилейные даты. Так или иначе, глядя на бывших студентов разных лет, собранных в одном месте, можно охватить значительную часть истории Елабужского института длительностью более полувека. Сегодня для меня очень приятный день. Увидеть такое количество выпускников нашего института, хочется со многими пообщаться. День знаменателен еще тем, что в этом году я отмечаю 50-летие со дня окончания Елабужского государственного педагогического института. Большинство выпускников, присутствующих на празднике, были выпускниками Елабужского государственного педагогического института. Поэтому особенно ценной для них стала встреча с почетным гостем праздника Владимиром Власовым, которому довелось стать одним из первых студентов Елабужского вуза в 1953 году. Он поблагодарил студентов за визит и пожелал им успехов на жизненном пути. Самые наилучшие воспоминания о ЕГПУ в то время. Лучшие люди, лучшие студенты, лучшие преподаватели. Ну, я получил, можно сказать, фундаментальное теоретическое образование в то время. И благодаря этому я смог достичь того, что я сейчас смог достичь в науке. По традиции, встреча выпускников продолжалась уже внутри здания, где студенты разных лет могут прогуляться по коридорам, заглянуть в любимые аудитории и даже встретиться со своими преподавателями. Ну а главным центром притяжения становится, конечно же, актовый зал, где происходило множество ярких и запоминающихся событий. Елизавета Газизянова, Универньюз.